Фриз-серверок, питерский CS 1.6 проект, приглашает любителей легендарной игры в свой дружный и веселый коллектив. Для вас добросовестный админский состав, VIP-привилегии, Steam-бонусы и отличные настройки сервера. А также регулярно проводятся встречи игроков, где всегда рады новым знакомствам. Фриз-серверок ждет тебя, присоединяйся! Приветствую, друзья, с вами Паркер, очередной бастет на хуй соса, давненько чё-то не было, на этот раз у нас фасткапа, типочек бастер. Вот у нас Артурка, Сочи, Краснодар, блять, жесткий. На самом деле желток ебаный, 110-115 скилл, и тут он апает 160, там, блять, короче, ну... Блять, убийца, просто убийца фасткапа, блять. Ну, видимо, моя кофнули, да, я вот сразу его порадовал его топиком, блять. Все-таки лето, нахуй, время подарков. Решил подарить ему топик. Видите, здесь, в принципе, такие моменты, что типочек у нас жестко ловит тайминги, да, видите, заранее поднимает у нас прицельчик. Вот. И все время ловит на неебическую реакцию. То есть там Unreal просто типок. Просто очень-очень сильный. Здесь, смотрите, сейчас заранее угадывает поджим. Такой, ой, встал сразу же, блять. Ну и на неебическую реакцию ловим. И здесь еще один квадрат ровно пытаемся прострелить. То есть деф. У пацана такой деф, да, ровно, смотрите, в квадрат стреляет, блять. Это все четко. Вот, смотрим дальше, блять. Очень-очень опасный. Тут как бы, ну, желткам очень тяжело было играть, на самом деле, против такого персонажа, блять. Здесь у нас второй раунд, да. Типа слив. Эко-раунд у нас, смотрите. Такой у нас сейчас будет здесь чекать. Такой, оп-оп, назад. Здесь на префах, здесь хуй с ним. Ага, так, ну здесь ладно. И такой вроде бы бежать, но увидел квадратик внизу, блядь. Такой сразу прижался, блядь. Сделал вид, что типа, ну не видел, блядь. Типа чекает. Ну начал чекать якобы с правой стороны. Хотя квадрат был с левой, ну естественно. И здесь, смотрите, с ножом выбегает. И четко угадывает, что типочек у нас за косым встал, блядь. Сразу на префе его пытается забрать, блядь. Очень-очень серьезный пацан. Здесь, смотрите, ровно в квадрат пытается ебануть типочка. Ну и здесь на префе тоже сразу выходит, угадывает с точностью местоположения, блядь. Очень-очень серьезный пацан. Здесь вообще просто ничего не надо говорить, да, вы видели реакцию. Это просто бешеная реакция, на которую вообще никак нельзя было взять, блядь. Но он у нас слишком сильный, блядь. Сейчас смотрите, как здесь он будет хуярить, блядь. Криворукое уебище, вот даже с квадратами, да, видите, попасть не может, блядь. Это очень печально. Второго забирает, третьего, блядь, теперь угадывает, что тип в просвет ушел, опять на реакцию, блядь. Он даже с квадратами, блядь, не успевает попасть. Смотрите, реакция бешеная. Сейчас здесь и этого. То есть, ну, типичный желток, да, ловит на пиксели пацанов. То есть, блядь, тут уже по графику скилла все понятно и не нужно ничего объяснять, блядь. Здесь смоке унюхал типочка, блядь. Ну, это деф, да, окей. Теперь смотрите, сейчас следующий раунд, зашли на Б. Здесь опять у нас ровно на квадраты выходит, блядь. Ровно, четко, видите, как видит квадрат снизу, блядь. Сразу квадратик, прицел вниз опускаем, блядь. Квадрат сверху, блядь, квадрат наверх опускаем. Ну, то есть, вот, блядь, здесь вообще, как такового, даже палево-не-палево, но тут просто по его поведению всю демку просто видно, что типочек играет чисто по квадратам. Вот, то есть, здесь он угадал, что на Б никто не сунется, можно уходить на мидл. Теперь дальше у нас момент. Здесь мы открываем зиг, заходим на плен. Здесь, смотрите, ровные прострелы, прям ровно, вот он ровно по квадратам стреляет. Сейчас будет типочек на джампе. Смотрите, опять же, ровно будет стрелять в квадрат. То есть, он даже гранату не может кинуть нормально. О чем говорить, видите, да, ровно в квадраты хуячит. Здесь на префе, блядь, ну, понимает, что... Ну его нахуй, блядь. Попробую съебаться. Еще один момент за КТ вам покажу, блядь. Вот так вот с диглом он выходит у нас... Пытается в нижней тэшечке унюхать кого-то, видит куча квадратов, налево нам нахуй смотреть, 8 никого нет, конечно же, блядь, здесь мы на реакцию опять ловим типочка, ну и все, сейчас мы опять чудеса прострелов, блядь, будем демонстрировать, смотрите,
Блять, просто. Сейчас типочка, вот видите, ровно в квадрат стреляю. Все, квадрат ушел, мы не простреливаем. Теперь снова сейчас квадрат спустится, смотрите. Опять стреляем, опять ровно в квадрат. Видите, опять квадрат отошел, опять мы не стреляем. Пытаемся кинуть хе. Ну и дальше, блять, включаем убийцу, блять, и забираем тут последнего. Вот такой вот желток, блять. Да, моя кофнули, нахуй. Нас сразу подрубить и апнуться до P-минуса обязательно, блять. Но не получилось у типочка, блять. Так что тебя закроют. Вот. Ну а с вами был Паркер. Удачи вам, любви и терпения. До скорых встреч.